Начинаю делать лестницу на одном косауре, нарезаю под шаблон с квадрата 80 на 80 косынки под ступеньки. Смотрите дальше, дальше будет интересно. Так как по всем расчетам нужно 15 ступенек, отрезал 15 косынок, времени потратил 2 часа. Заранее был сделан шаблон на косынки, заранее сделан шаблон на саму лестницу. Смотрите дальше, будет интересно. Дальше буду резать из листа пятерки подставки под ступеньки. Так как нагрузка будет большая, решено было купить лист пятерка. Ступеньки будут, подставки под ступеньки 5-4 на 9. Все происходит в один день. Дальше сниму, что получилось. Всем привет! Сегодня буду приваривать подкладки под ступеньки к косынкам. Выстучал их, сделал ровными. Что получится? Вот мой сварочный шлем, заготовки. Что получится, покажу дальше. Всем привет! Второй день работы над лестницей. Достал шаблон, положил на балку. Балка 6-метровая. Будем обрезать. Потом разложу косынки с листами, что получилось, сколько времени заняло, расскажу. На сегодня работу закончил. Вот что у меня получилось. 15 косынок, 15 подкладок под ступеньки. 7 часов работы. Все инструменты, которые для этого пригодились. Сжег 5 дисков. Дальше будет сварка и много интересного. Так что, друзья, смотрим дальше. А это из секретов. Разметку производил обыкновенным детским мелком, заточенным остренько. Сначала было куплено белые маркеры, испортились очень быстро. Разметку на металле, чтобы ровно получалось, был взят штангель, выставлен один раз. И потом просто производились прошкребы с одной стороны и с другой. Все косынки были приварены в один размер. Это из советов и секретов. Все, пока. Сегодня второй день сварочных работ. Нужно сварить 6 ступенек. На 5 есть заготовки. Одну будем реанимировать. Вот все, что мне понадобится для сегодняшних работ. Что получилось в общем количестве, покажу. Сварку закончил. Покажу, какие сварочные швы, если кто-то чуть-чуть понимает в этом. Покажу мою собаку Муську. Да, Мунь. Что за помощница папкина? Покажу, как она стоит на задних лапках. Да, Мунь? Ой, бубу. Упала. 2 часа прошло на сварку сегодня, на реанимацию сломанной, испорченной запчасти. Вот что получилось. В общем, теперь отрежу балку.
Сначала буду швы на ступеньках, прям на ступеньках шпаклевать. Потом только буду приваривать к балке. И те швы на балке буду шпаклевать на балке. Так, я думаю, будет удобнее. Потом будет покраска, подготовка под покраску. Буду снимать. Снимаю на телефон видео прерывисто. Всем пока на сегодня. Вот произвел шпаклевку ступенек на грязную, используя автомобильную шпаклевку с отвердителем. Понадобилось всего лишь 2 часа. Маленький совет: не замешивайте много шпаклевки. Первый замес не удался, насыпал много отвердителя, быстро загустел. Использовался растворитель, ветка, ветошь, шпатель резиновый, палочки выстругал ножом для того, чтобы набрать и замешать шпаклевку. Вот такое вот получилось. Принято решение было шпаклевать их отдельно, так как на лестнице будет неудобно, зашпаклевать и зачистить. После зачистки покажу, что получилось. Спрятал все сварочные швы. Будет красота. Зачистку швов начисто закончил. Швы сварочные спрятаны. Получилось красиво, гладенько. Еще грунтовочкой вскроется. Вот такой инструмент мне понадобился. Это нагрубо снять. Наждачкой доводил. Обязательно одевайте респиратор, кто будет делать, пыли море. А так красота. Вот такая насадочка с наждачкой. Снимал грубо, наждачкой доводил. Что получилось? Дальше буду шаблон подставлять, площадку буду бетонировать под лестницу. Сделал опалубку под площадку из бетона. На стены прикрепил отражатель вместо демпферной ленты. Советую. Площадку из бетона буду делать, так как по всей комнате разведен теплый пол. Точно где трубы не помню. Решетка ложится на пол для прочности. То, что залью, покажу. Сам бетон буду обрабатывать под камень. Все. Дальше смотрите. Залил площадочку. Водичка стоит ровно, значит, по уровню. Все никуда не стекает. В углу стоит лужица маленькая. Не хватило раствора. Когда буду камень ложить, больше клея положу, там нагрузки не будет. Ушло 5 заливок. Тяжело. Думал, будет меньше. Все готово к бетонированию. Цемент, песок, вагоны. Стены заклеил газетами.
так как стены уже готовы, сделал такие под лофт, как делал это в следующем видео, покажу. После бетонирования покажу, что получилось. Сверху решено обкладывать плетняком и диким камнем. Сегодня буду ложить площадку. Вчера намыл плетняка. Думал, хватит, но не хватит. Сегодня уложу это количество. Завтра доделаю то, что осталось. Сегодня еще буду вокруг площадки ложить кафель. Все, что получится, покажу. Закончил ложить камень. Вот что получилось. До завтра высохнет. В середину позалажу клинышки маленькие. Вокруг положил также кафель, пришлось снимать, когда заливал площадку. Все красиво. Все, уже лестницу подготовил к покраске. Все швы обработаны шпаклевочкой автомобильной. Сейчас буду грунтовать. Уже зачистил наждачечкой все. Такое красивое. Перевернутое, потому что надо в ней красить. Та сторона, на которой он стоит, будет под ступеньками. Но все равно она вскроется грунтовкой и краской. Вот такая красота у меня получилась. Вскрою грунтовкой, отсниму, потом вскрою краской, отсниму. Вот установил лестницу. Хлопцы пришли, помогли. Вот такая красота. Покрасил ее молотковой краской. Еще не закреплена. Стоит на площадке, то, что я показывал. Еще площадка не доделана, швы не затерты. Но все будет сделано со временем. Вот такая стеночка лофт у меня. Высокая. Опа. И вот такая лестница. Получилось красиво. Дальше ступеньки нарежу с ясеня и дуба черновые. Просто сороковку дубовую и ясеня доску не обрезную обрежу. Прикреплю. А на следующий год уже буду делать модные ступеньки. Дальше что получится, сниму. Вырезал ступеньки из доски необрезной, черновые. Вот так получилось у меня. Думаю, простоят год. На следующий год буду делать модные ступеньки. Вот такой вот получилась красота. На стенку сделаем перила.
Ну, видно, доски кривые. Но из-за того, что они все разнообразные, с трещинками, прикольно.